В центре Слунима аптек немало, а вот по окраинам города их не хватает. В небольшом помещении в Альбертине было подобное заведение, не в особо посещаемом месте. Теперь государственная аптека с улицы Фабричной переехала на улицу Войкова в магазин «Исса» в арендованное просторное помещение. Здесь сделан хороший ремонт. Место рядом с райбольницей. Бригадир Мария Сергеевна, заведующая аптекой номер 54. Сегодня первый день работы на новом месте. У нас новая мебель, новая красивая выкладка, открытая. Можно все прийти, посмотреть, рассмотреть, прочитать, самостоятельно сделать выбор. Если понадобится консультация, всегда можно обратиться к фармспециалисту, который работает. Он вам все подскажет, расскажет, объяснит, как использовать, проконсультирует по нашему ассортименту. До этого аптека была на улице Фабричной, 22, это напротив КБЗ. Так как место достаточно уединенное, проходимость была небольшая, и только маленькая часть народа, проживающая в микрорайоне Альбертин, могла туда дойти. Также было транспортное сообщение похуже, чем на новом месте. Сейчас мы находимся рядом с центральной районной больницей, поэтому всегда можно подойти оттуда. Всегда можно прийти к нам выбрать уходовые средства за больными, так как у нас большая площадь, и мы заказываем большое количество памперсов, подгузников, пеленок, косметики для ухода за детьми, за взрослыми. Также у нас в наличии есть различные бандажи, чулки компрессионные, трости опорные. Площадь в 3 раза больше, чем на старом месте. Плюс новый формат работы для фармации в Слониме. Это наша первая аптека в городе Слониме, которая с открытой выкладкой. То есть все в свободном доступе, можно прийти, потрогать, посмотреть, покрутить.